дом арендовал. Что? Дом, говорю, арендовал. Ясно. Рада за тебя. С мебелью. Рада за тебя. Ты очень рада. Спасибо. А что такое? Мне на шею тебе кинуться, что ли? Ну, было бы неплохо. Мне бы понравилось. Ох, бурак. Завтра наш внучек отправляется к офтальмологу, дедушка. Зачем? У него что-то с глазами? Нет, нет, обычный осмотр. Все детишки должны его обязательно проходить. Бурчин тоже надо отвезти, Фюсун. Отведем, мама. Не волнуйтесь. Угу. Разве мать не собиралась его забрать? У нас, что ли, решила его оставить? Если бы...